Очередная сессия городского совета депутатов – мероприятие, резюмирующее все то, что было сделано народными избранниками за прошедший год. 2019 для Бреста был непростым, однако это во многом определило то, что фронт деятельности депутатов был обширен. Кроме подготовки к мероприятиям «Миллениума», активно велись приемы граждан по различным вопросам, большая часть из которых получила положительное решение. Это и работа с ветеранскими организациями, помощь ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, взаимодействие с общественными организациями города, ну и, конечно же, вопросы занятости населения, где депутаты непосредственно участвуют в работе. Активно депутаты работали в рамках проведения избирательной кампании. За ходом голосования активно следили международные наблюдатели, которые оценили систему проведения выборов довольно высоко, что позволяет говорить о качественной подготовке, в том числе и при поддержке депутатов городского совета. Мы уверены в том, что кампания проходила честно, открыто, с полной конкурентной возможностями для каждого из участников, поэтому ее результаты должны отражать волю избирателей. Приоритетными остаются вопросы защиты материнства и детства, поддержка социально уязвимой категории граждан, в центре внимания ветераны Великой Отечественной войны, особенно в преддверии 75-летия Победы. Содействие в трудоустройстве – еще одна важная тема, в рамках которой депутаты активно взаимодействуют с Комитетом по труду, занятости и социальной защите, а также с предприятиями города. Эти же направления останутся в разработке проекта 2020-го. Основными направлениями нашей работы на 2020 год будут, в принципе, такие же вопросы, какие были и в 2019 году. Это содействие городскому исполнительному комитету в выполнении прогнозных показателей. Здесь мы всегда в начале года и уже провели заседание президиума в этом году. Формируем комплекс мер по совместной работе с горисполкомом, где определяемся, где мы будем вместе, на каких мероприятиях с участием депутатов. Это, конечно же, вопросы занятости населения, это вопросы взаимодействия с ветеранскими молодежными организациями, это вопросы, которые имеют отношение к работе на проблемных предприятиях города. Горисполком их определил в количестве 10, мы определились, практически все депутаты будут работать на проблемных предприятиях, тоже помогать решать в первую очередь насущные проблемы. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.